Всем привет, друзья! С вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочки в описании и на экране. Я такой прикол придумал. Это стокгольмский синдром. Я разъебал первым диссом, и каша хочет второй. Я так к хорошему привык, но это будто курорт. Мне редко платят 100 кусков за то, что я ебу их в рот. КМХ уже садится на панику. Знаю, что над своим папой плакал меньше, чем над Майбахом. О, ты большой артист, как у Дилары с Рака. Источники твоего хайпа — Рома, Желудь и Джарахов. Это отличные ребята. Круг общения как сушка, ведь он мелкий и дырявый. За тебя ДК не ходит ни на свадьбы, ни в бары. Если бы оба не пришли, был бы пиздатый подарок. А на подсосе Мазелов любишь пирокинезис? Ты звучишь как сперма, что его покинул пенис. У тебя рэпчик такой нежный, будто дрочка под пледом. Там у кого-то дед доел, а ты дохавал за дедом. Где папа? Если ты трезвый один день, тебя трясет как маракас. Глебка снова лег в рехаб, чтоб не ехать на Донбасс. Это все не потому, что тебе есть что терять. У тебя просто есть контракт, где ты расписан как блядь. Ты мистер 10%, мастер пиздеть на концертах. Для твоей публики протест — это плохая оценка. Тусовка ватных алкашей, стасончик тоже не просохнет, хоть ебло ему зашей. Ты так хуёво образован, что попутал биомы. Ведь ваша лайф соловьём, по факту жизнь насекомых. Для вас трагедия — лишь повод для трансляции шизы. Мой поп видал так много жоп, что он похож на твой язык. Ты коммунист, но капитальный долбоёб и по-пацански. Это тебе за Хованского. Где папа? Где он? Папа, где папа? Так, ну здесь, наверное, можно отметить, наверное, парты, если отдельно брать, то есть на Хава, ой, на Ай как просто, на Стаса прям заебись, и на Глеба «Три дня дождя» мне понравилось. А на МЗЛФа кашу и на Crazy Mega Hell'а, ну, не знаю прям, вот. В целом, ну, нормально, то есть битосик пиздатый, звучит он на нем хорошо, как дисок, нормис, нормис, не больше. Ну, то есть, не топ, но нормально вполне себе. Клипец выглядит, конечно же, стильненько. Мне нравится.